Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую, меня зовут Ирсен. Спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Девочки и мальчики, стараюсь в свободное время все читать и по возможности отвечать. Давайте сегодня посмотрим тему расклада. Будет она звучать так. Он и я. Да, зачем встретились? Ну, это может быть вы и женщина, вы и мужчина, да. У меня нет деления на пол, поэтому вы и он, ваш партнер имеется в виду. Зачем встретились? Может, вы ломаете голову, да, не можете какие-то уроки пройти. И, в общем, посмотрим, какую-то подсказочку для себя вы здесь услышите. Итак. Давайте посмотрим. Я начну описывать, какой мужчина здесь, какая женщина. Вы уже смотрите по сигнификации. Если с вами совпадает, тогда смотрим дальше. Если с вами не совпадает, и вы понимаете, что не ваш расклад, ну, не притягивайте того, чего нету, да? Какая женщина, какой мужчина? Ну, давайте начнем с мужчины. Мужчина здесь недорос. Мужчина здесь в вечных каких-то соблазнах. Да, такой лишенный, как бы скажем, выбора. Да, я не я там, и лошадь не моя, да. Здесь весь такой прям бессильный, жертва обстоятельств, да. То ли он живет как-то по течению, то ли, может быть, знаете, такой подкаблучник. Вот, потому что здесь на сегодняшний день, вот он, знаете, вы когда с ним познакомились, вы можете сказать, вау, какой мужчина, да. То есть он может себя показать как король пентаклевый. Такой весь стабильный, целеустремленный, такой прям монолит, да, и умеет принять какие-то жизненные обстоятельства, да, вот показывает себя таким. Но на самом деле он здесь у нас еще не дорос до короля пентаклевого. То есть вот про него можно спокойно сказать, что внешность обманчива. Я говорю, что он здесь может показывать одно, а на самом деле совершенно другое. То есть здесь такой, даже я бы сказала, где-то пессимист. Да, то есть у него то ли он не умеет принимать решения, то ли он не берет на себя ответственность, боится. Здесь что-то сильно его в прошлом, да, ударило. Не знаю, это какой-то болезненный прошлый опыт. Может быть, если там человек, к примеру, не много ему лет, да, все равно как бы вот что-то, может быть, там, не знаю, влюбленность какая-то, либо какое-то потрясение в жизни было сильное, которое он не проработал и не отпустил. И как снежный ком у него сейчас это прям все наваливается, да. И самое, что интересное, вот его жизнь... Вот то, что он, знаете, какой-то пессимист и не может принять какое-то решение или принять какую-то ответственность. Вот его жизнь, вот именно это качество раз за разом насильно, да, потому что он сам не может, она насильно его прокачивает. То есть какие-то соблазны, там, не знаю, подсовывает жизнь, да, там, возможности, которые могут сделать его счастливым. А он все время уходит в негатив. Ничего не получится, да, ничего, там, я уйду в никуда и там, к примеру, лучше уже не будет. Вот. У него как-то, понимаете, не может он принять до конца, не может он поверить в то, что действительно может быть хорошо. Или, к примеру, там, ну, такая вот банальный пример, отношения на расстоянии, да, и вот он не верит, что расстояние можно преодолеть. Вот. И ему, говорю, раз за разом здесь как-то жизнь говорит, что ты можешь вырасти, ты можешь принять какие-то решения, ты можешь изменить свою жизнь, но ты не хочешь. Да, вот возьми что-то, и ты будешь счастлив. Вот то, что тебе нужно, вот то, что ты хочешь, а он либо отказывается от каких-то шансов, понимаете? Вот как-то сторонний наблюдатель жизни. Вот здесь какой мужчина. То есть он сам как-то себе перекрывает пути к желаемому. Он не разрешает себе как-то жить. У него, знаете, как у него здесь такие качества. Ну-ка,
Да. Он, знаете, как очень оглядывается на социальные мнения, на социальные рамки, да, то есть вот как-то не позволяет себе жить чувствами, сердцами, вот, хотя он, знаете, вот он считает, что у него здесь он подвержен каким-то страстям, такое может быть здесь, да, то есть, но причем истинные свои желания он отвергает. То есть, понимаете, вот он не у него очень много, знаете, каких-то желаний, у него очень много планов, действительно классных планов, да. То есть вот здесь человек, который, если бы захотел, если бы у него вот этот вот потенциал его развить, он бы мог свернуть горы, реально человек. Здесь может быть, знаете, человек с золотыми руками, к примеру, да, там, не знаю, с деревом классно работает. Или там, не знаю, строитель классный, но, да, вот нету глубины вот этой вот, не развивает он это все. А потом, знаете, говорит, что вот, ну, не получилось, да, вот, и как в какой раз опять ничего. То есть у него вот нету вот этого, знаете, вот доделывания до конца. Бросает на полпути что-то у него. То есть, знаете, какие-то такие вот ошибки совершает, которые... Причем раз за разом он это делает, да, вот ему все время подсовывают какие-то такие ситуации, говорят, что ну не надо, прекрати, да, вот выбери другой путь, а он все равно раз за разом, да, как-то не может переступить за рамки какого-то дозволенного в его голове, да, не может принять какое-то самостоятельное решение. То есть, понимаете, вот у него то ли он боится выйти вот из зоны комфорта, и, ну, вот бывает такое, да, когда вот человек что-то делает, то есть он все время делает одно и то же и ждет каких-то других результатов. Но если ты делаешь по жизни одно и то же, то и результаты будут одни и те же, да, то есть здесь не как-то вот он в какой-то закольцовке, понимаете, вечно одинокий какой-то. Знаете, он может говорить, я там одинокий волк, да, вот эти статусы там в Фейсбуке, ВКонтакте у него, понимаете? А ему говорят, ну выйди ты немножко, да, вот из своей какой-то зоны комфорта, ну получишь ты один раз подзатыльник, да, от Вселенной, а второй раз не получишь. То есть, да, вот он не умеет учиться как-то на своих ошибках. И самое, что интересно, ну как-то почему-то, знаете, я уверен, что это от него ничего не зависит. Да, то есть кто-то сверху там за него решает, еще что-то. То есть опять такое, знаете, как вам объяснить? Перекладывание ответственности. То есть он завидует. Знаете, как он может? Он боится и даже где-то, может быть, не уважает людей, которые рвут шаблоны, а на самом деле он просто им завидует. Да, ему бы хотелось бы так же, он об этом мечтает, но не, ну, как бы не дорос, да, вот не решиться не может, сил нету никаких. А вы здесь наоборот, понимаете, вы, и, кстати говоря, здесь человек немножко эмоционально закрыт. Здесь какая-то ситуация была в его жизни, и он как такой эмоционально замороженный, то ли он не умеет чувства выражать, да, то ли он неправильно как-то их выражает, то ли у него подмена понятий. То есть здесь что-то вот у него с эмоциональной составляющей хромает она у него. И он все завершает, так и не дав раскрутиться ситуации, понимаете? Там, не знаю, начать свое дело или довести отношения до ума, да, вот как-то он все это сворачивает. Как только какие-то препятствия видит в своей жизни, все, пух, и его нету, да, все убежал. Хотя здесь говорю, здесь просто, ну, как-то вот он, его жизнь специально преподает ему такие уроки, таких людей дает, ситуации, для того, чтобы он вот перестал в свою ракушку заходить. А он все равно, понимаете, нет, все отказывается вот от каких-то шансов. Хотя ему говорит, вот на, возьми, вот все, что ты мечтаешь, все, что ты хочешь, пожалуйста. И у него очень большая заточка под материальное, прям очень сильная заточен человек под материальное. А здесь ему говорят, нет, как бы, да, не только материальное, все должно быть в балансе. А женщина здесь, сейчас, она у меня королева
знаешь, мечевая, да, такая абсолютная полная противоположность мужчине. Она не просто здесь решительна, да, она, у нее не существует полутонов, как-то черное-белое, да, нет, да, вот все, вот дайте мне конкретный ответ. Вы такая умна, да, ищете путь к развитию, развиваетесь, либо в работе, либо там где-то, не знаю, в той сфере, которую вы считаете в какой-то момент жизни главной, да, вот у нее, знаете, вижу цель, не вижу препятствий, да, то есть вот у нее очень богатый такой разум, интеллект, человеческие какие-то ценности, да, то есть она такая вот, кстати говоря, она может, и здесь женщина эмоционально не заморожена. Здесь женщина может уйти в никуда, если, да, вот, потому что она умеет сама деньги зарабатывать. Понимаете? То есть для нее нету такой вот ценности, заточки на материальном, как у мужчины. То есть она живет сердцем, да, вот Паш Кубков, она живет сердцем. И какие-то слова, поступки и действия она может совершать под воздействием вот этих вот сердечной чакры, так скажем, да. Она умеет любить, дарить любовь. Зрелая. Здесь так, королева мечей, она не может быть незрелая. Да? Здесь такая очень разумная, твердо стоящая на ногах женщина. Может быть, кстати говоря, у вас есть там детки или внуки уже. То есть вы готовы на решительные какие-то поступки, да, королева мечей это всегда вот. В отличие от мужчины, женщина здесь более решительная. И, кстати говоря, она может, говорю, не, там, неожиданно бросить работу, да, вот, вот не понравилось ей, все, хочу другую. То есть она может, да, вот у нее нет такого, что я сижу, до последнего буду терпеть, нет, здесь вот такая вот. Молодая душой женщина здесь. Неважно, сколько вам лет. Вы, кстати говоря, можете очень молодо выглядеть. Не на свой возраст, да. Вам могут даже говорить, что вот, там, не знаю, вам 60, а выглядите вы на 40. То есть вот так вот, да. То есть очень молодо. Там неважно, сколько вам лет. Но здесь... И вы четко можете, если там мужчина... Здесь иногда не может высказать то, что он хочет. Здесь же женщина четко, да, говорит, что она думает, что она хочет. Здесь такое, да. Вы, кстати говоря, можете сначала сделать, а потом подумать, да. То есть здесь нету страха, да. То есть здесь мужчины у страха глаза велики, а вот здесь женщина нет. Здесь он сначала будет думать, 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 а потом делать. А здесь женщина сделает, а потом будет думать, да. Вот я сначала сделаю что-то, а потом уже подумаю, к чему это все привело. Здесь такое может быть, да. Ну, давайте посмотрим, вот такая сигнификация здесь почему-то как-то вот очень много, да? Какой потенциал на чувства? Какой здесь потенциал, да, чувства? Слушайте, здесь очень интересно, такие отношения у вас. Смотрите, для чего вы встретились? Здесь женщина должна выйти из состояния жертвы. Она вот здесь, да, три норны, они плетут судьбу. То есть она должна выйти из состояния жертвы. Там, может быть, у нее были какие-то отношения, да, или она в отношениях была, когда встретилась вот с этим мужчиной. Она должна научиться выходить из какого-то подвешенного состояния. То есть вот ей мужчина встретился в жизни, когда какая-то ситуация у нее не развивалась, не чувствовала почву под ногами, была в состоянии жертвы. И вот этот мужчина, он... идет, чтобы показать вам, что, да, карта повешена, посмотреть на всю ситуацию, в которой вы находились, во-первых, под другим углом, во-вторых, выйти из состояния жертвы и изменить свою судьбу, плести, начать свою судьбу своими руками. Да, вот здесь вот такая. То есть какая-то ситуация вас в состояние жертвы вогнала. При всем том, что вы такая прям были, да, разумная, решительная, но что-то пошло не так. Ну, где-то вы застряли, дали там слабину какую-то. И вот мужчина здесь идет для того, чтобы вот это все поменять. Может быть, вы сидели в отношениях каких-то, или после отношений вам было тяжело, и вот и плохо, да, и в состоянии жертвы, и почву под ногами не чувствуете, и не знаете, как двигаться дальше. Вот он идет помочь вам изменить
какое-то, да, вот ваше видение и вообще, в принципе, да, колесо фортуны изменить вашу жизнь. Вот, это да. Вот, а вы ему, знаете как, вы ему даны для того, чтобы он перестал витать в облаках, перестал как-то вот, не знаю, прокачал свою вот эту обидчивость, прокачал свои вот эти качества, что ничего не получится. Здесь он должен конкретно идти к своим целям, да, то есть сказал и сделал. Здесь вот, знаете, какой-то решительности ему дать, ну, пинка под зад, вот так будем говорить, да, будем говорить своими словами, пинка под зад. Здесь да. И прокачать как-то, знаете, здесь его еще финансовую сферу. И, знаете, чакру его, там, кубки, да, здесь мудрее как-то сделать его. Чтобы вот он, понимаете, как-то опустить его на землю. То есть он здесь может очень много, говорю, мечтать и ничего не делать. А вот вы, знаете, пинок под пятую точку и вперед. То есть вот что-то новое должно здесь родиться. Да, он прям, смотрите, должен встать, импульс должен появиться. То есть он не должен сидеть, вот как король Пентакливый, сижу на твоем троне, а вот как король Жезлов поскакать, то есть импульс ему должны дать, да? Ускорение, так скажем, для того, чтобы он начал реализовываться. Вот здесь такое, да. Для того, чтобы он стал мудрее, старше, для того, чтобы, знаете, как-то вы ему, может быть, здесь шапку сбили, корону помяли, вот, для того, чтобы он перестал вот витать в этих облаках и начал что-то делать. Здесь такое. Так, смотрим дальше, да? Если в этой паре совместимость, слушайте, но здесь, кстати говоря, вы могли даже встретиться для того, чтобы у вас была семья, родился ребеночек. Такое здесь у кого-то может уже это произошло, да, вы были семьей и у вас родился ребеночек. Это да, но здесь, если совместимость, понимаете, она как бы есть, но она есть в кавычках, потому что вы какой-то путь прошли вместе, да, а потом у каждого должно было произойти какое-то обнуление. И дальше идет момент выбора. Так, смотрим, да. Сейчас. Да, здесь, понимаете, момент выбора. Вот если один из партнеров здесь поставит точку на каких-то препятствиях, на каких-то сомнениях, ну, скорее всего, это мужчина, потому что здесь мужчина такой идет. Да, как-то вот здесь больше как мужчине нужно пройти трансформацию, и тогда здесь очень хорошая совместимость. А если здесь вот этого не произойдет, он не поставит точку в каких-то своих тараканах в голове, то тут пока, да, совместимость, но только какая-то там, не знаю, дружба. Все-таки тройка кубков - это не серьезность, да. Если у него какие-то страхи, опасения, понимаете, говорю, вот эти препятствия извне, он боится вот это все решить, хотя это решается здесь у вас очень легко, но он вот, я говорю, здесь как-то у мужчины у страха глаза велики, он раздувает проблему, ну вот из ничего, высасывает ее из пальца, понимаете? Да чем вы встретились? Чтобы разрушить привычный образ жизни. Разрушить все вот просто начисто, да, вот снести здесь все. Стать сильнее. Вы должны выйти в императрицу, а он должен выйти в мага. Вот, знаете, у вас, может, жизнь даже разделилась на до и после. Здесь он пришел для того, чтобы сделать вас и физически сильнее, и эмоционально сильнее. А у кого-то действительно он пришел для того, чтобы родился ребенок, продолжить. То есть душа этого ребенка и ваши души договорились, что в этом воплощении, да, вот через вас этот ребенок придет в это воплощение. Кстати говоря, может, даже у кого-то после рождения ребенка здесь пара разошлась. То есть все было хорошо, ребенок родился, все отношения разрушились, да, то есть, потому что ребенок, все, да, вы выполнили свою функцию.
И здесь вот может быть. Здесь просто женщина должна понять, да, как-то вот, что я сама все могу, я сама самодостаточная, должна как-то очерчивать свои границы, да, урок на самоценность у нее, да, императрица никогда не позволит, ну, там, ей управлять, с абьюзерами встречаться, там, я не знаю, да, что-то еще. То есть здесь женщина ценит, любит и уважает себя и выбирает любовь. Вот, а мужчина должен стать магом. Ну, понятно, да, что вот это вот должно все у него уйти, его вот это страхи какие-то, вот этот импульс должен получить под пятую точку здесь и должен двигаться куда-то. И прокачать, кстати говоря, свою финансовую сферу здесь. Да, прямо, слушайте, высшие силы за ним прям наблюдают, а он отказывается. Он пока что-то здесь свои уроки не проходит, да. А вы? Ну-ка, давайте-ка, зачем? А вы что-то здесь, у вас тоже переживания здесь. У вас здесь, да, вот что-то некий момент выбора у вас здесь, что-то вот вы тоже здесь не совсем пока еще прошли все это. У вас здесь, знаете, переживания вас сбивают. Не знаю, помедитируйте здесь, расслабьтесь, перестаньте вот это нагнетать, потому что здесь вам... И сделайте какой-то, послушайте себя, все ответы есть внутри вас, но вас сбивает что-то, вот какая-то боязнь выбора. Выбор без выбора, знаете, у вас как-то... И вы сидите здесь, что-то еще тоже не проходите. В императрицу здесь не до конца вы еще вышли. Что-то здесь у вас не так. Боитесь вы. Ну и мужчине здесь тоже, смотрите, работать надо над собой. Да. Ему надо, вот он пока тоже не готов. Не хочет он ничего признавать. Я стою, не говорите мне ничего. Я сам, да. И я сам пока не ам. Поэтому здесь для каких отношений вы встретились? Именно для чего вы встретились, мы посмотрели. Для каких отношений здесь? Здесь не говорится, для каких отношений. Здесь говорится, что вы встретились для любви. Для любви, для того, чтобы действительно познать это чувство, да, безусловной какой-то любви прокачать. И женщина здесь должна прокачаться, и мужчина здесь. И вот здесь как-то такие очень тяжелые у вас действительно отношения будут, но они приведут к тому, какими вы, или вы уже такой стали, становитесь, да, потому что здесь карта говорит, что женщина-то еще не до конца, а мужчина здесь еще работать и работать, там прям карта работы. То есть здесь женщина как-то на несколько шагов впереди мужчины в своем развитии, да, то есть она уже как полу прошла свой урок, осталось чуть-чуть, а мужчина здесь даже, наверное, еще на середине его нету. Вот, вот такой вот сегодня расклад, вот такие вот информацию сегодня передали вам карты. Бывает такое иногда, что расклад, знаете, одну тему, а начинаешь делать расклад, там карты выдают совершенно другую информацию. Такое может быть. Ну вот сегодня вот такое вам выдали. Девочки, мальчики, я вас всех люблю, всех целую, пожалуйста, будьте осознанны и до новых встреч.